За 30 лет военно-патриотическому клубу «Саланг» удалось найти и поднять более 400 останков и более 1000 предметов военных, погибших в годы Великой Отечественной войны. В свою очередную экспедицию члены клуба отправятся 19 апреля. Илья Кудряков с подробностями. Военно-патриотический клуб «Саланг» существует уже 30 лет. Его члены занимаются раскопками мест, где проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной. Поднимают останки павших солдат. Там же находят оружие, обмундирование, походные принадлежности. В музее клуба есть больше 1000 экспонатов. Самое главное для нас – это найти смертный медальон. Но он, конечно, не у всех. Я просто беру, вот как по прошлым поиску, мы подняли там около 500 человек, а медальонов там 11-12 всего было у нас. А прочитали вообще там 7 человек, например. Все. И вот поэтому все остальные без вести пропавшие. Ну, из этих 500 получается 1 или 2, ну, самое больше 3 казахстанца. В этом году ребята поедут в Парфинский район. Он находится в 180 километрах от Великого Новгорода. Там с 41 по 43 годы шли тяжелые бои. В них участвовали 800 тысяч солдат. Были среди них казахстанцы. В раскопках участвуют не только активисты из нашей республики, но и других стран СНГ. Членам клуба «Саланг» за три десятка лет удалось найти и поднять останки больше 400 человек. По некоторым данным, в земле еще лежат десятки тысяч погибших. Выезжают почти все бывшие СНГ. И особенно вот нашего с Казахстана выезжают Актобе и Петропавловск, именно вот туда. И еще бывает, приезжали, рядом с нами стояли павлодарцы. А еще в клубе ребят готовят к армии. Они занимаются физической подготовкой, развивают силу и выносливость. Это пригодится им как на службе, так и в экспедициях. Рамиль Хубалиев в клубе занимается 3 года. На вахту поедет в первый раз. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Нас здесь к этому готовят. Мы ходим в походы. Нам все объясняют. Выезд намечен на 19 апреля. Поисковая экспедиция продлится 3 недели. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.